Эрик Эдгар Кук, австралийский серийный убийца. Кук родился в Перте, штат Западная Австралия, 25 февраля 1931 года в неблагополучной семье, был старшим из трех детей. Его отец Вивиан был алкоголиком, часто бил детей и жену. Эрик страдал от суицидальных наклонностей, в молодости получил судимость за кражу, взлом, проникновение и поджог. 14 октября 1953 года Кук женился на 19-летней официантке Саре Салли Лавин. У них было 7 детей, 4 мальчика и 3 девочки. В период с 1959 по 1963 год Кук совершил 22 нападения на женщин, 8 из них закончились убийством жертв. 1 сентября 1963 года Эрик был арестован, получил прозвище «Ночной гость». Вскоре он был осужден, и 26 октября 1964 года в возрасте 33 лет повешен за свои преступления в городе Фримантл в Австралии.